Накануне днем под колеса «Газели» попал ребенок. Происшествие случилось на улице Коминтерна. Проезжую часть переходила женщина с двумя детьми. Один автомобиль пропустил семью, а вот второй этого не сделал. В результате девочка с черепно-мозговой травмой была доставлена в городскую детскую больницу. В действиях водителя автомашины «Газели» усматривается нарушение пункта правил 14.2. Он не убедился в безопасности маневра в районе нерегулируемого пешеходного перехода, когда двигающая автомашина по соседней полосе замедлила или остановилась. В результате выезда на пешеходный переход он совершает дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Остальные члены семьи, к счастью, не пострадали. По факту происшествия составлен протокол. Виновный будет привлечен к ответственности.